Новости в твоем девайсе. 220 миллионов. Именно столько просмотров в интернете у Хабар-24. Цифра по сравнению с прошлым годом увеличилась в 3 раза. Что чаще всего смотрели в сетях наши зрители в уходящем году, зная Динара Абдирова. Удачи в эфире. Удача в этом году для веб-редакции «Хабар-24», да и в целом для телеканала, сопутствовала во всем. «Хабар-24» в интернете выбивает все страйки. Но на пути к победе пришлось уклоняться от ударов коронавируса, учиться жить в условиях карантина и изоляции. Но даже в таком напряженном режиме интерес зрителей в Ютубе и соцсетях росли в геометрической прогрессии и достигли почти 15 миллионов часов или 220 миллионов просмотров. Сейчас даже не скажешь, что буквально 3 месяца назад на этом месте была просто пустыня. Теперь же пустынный сад. Этот сад посреди пустыни побил рекорды по просмотру на YouTube-канале «Хабар-24». У сюжета больше 1 миллиона зрителей. В топе и прямые эфиры с места событий из разных стран мира. И одно интересное наблюдение, которое касается наших вот сетевых показателей, того, насколько наши продукты пользуются популярностью в сетях, эпизоды из наших новостных материалов стали намного чаще использовать какие-то сетевые злоумышленники для того, чтобы создавать фейки. Так себе повод для гордости, но это такая пища для размышления о том, насколько зритель стал больше доверять нашему продукту. И именно поэтому какие-то люди, которые хотят этим воспользоваться, они хотят, чтобы доверяли и их продукту тоже. По данным интернет-отдела, телеканал «Хабар-24» больше смотрят мужчины. Следят за актуальными новостями и событиями с экранов девайсов миллионы зрителей из разных уголков планеты. Что касается прироста подписчиков, то у нас прирост в этом году у телеканала «Хабар-24» составил практически 500 тысяч человек. То есть 500 000 у нас составил прирост. Это очень хорошие показатели, с учетом того, что мы благодаря этим цифрам приблизились к золотой кнопке YouTube. То есть на сегодняшний день число подписчиков 912 тысяч. До заветной кнопки еще 88 тысяч подписчиков. И мы с легкостью преодолеем этот рубеж. Мы 8 лет в режиме нон-стоп освещаем значимые события по уже сложившейся традиции. Оперативно, достоверно и качественно. Динара Абдирова, Жандос Питабаров, Ержан Рахманбердиев, Хабар-24.